Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 4 июля. Обретение мощей преподобного отца нашего Ефимия, Суздальского чудотворца. После кончины преподобного архимандрита Ефимия чудотворца и многих других настоятелей в обители его, в честь боголепного преображения Господа нашего Иисуса Христа, находящийся в городе Суздале, был архимандрит из иноков этой же обители по имени Константин. При нем в 1501 году по попущению Божию случился пожар, и обитель погорела. Константина стала тревожить мысль, не оскорбил ли он чем-нибудь блаженного Ефимия, не нарушил ли его заповедей или установленных им в обители обычаев, и не оттого ли случился в обители пожар. Но блаженный Ефимий явился во сне одному из иноков и сказал ему: «Брат, скажи архимандриту Константину, что я ничего против него не имею». Пробудившись, этот инок отправился к архимандриту Константину и рассказал ему то, что видел во сне. Константин обрадовался тому, что получил прощение, и воздал хвалу Богу, совершающему через угодника своего преподобного Ефимия дивные дела. Спустя несколько времени после сего некоторые благочестивые люди пожертвовали в обитель нужные для построения сгоревших келий, и архимандрит Константин построил их по тому же плану, по которому они были построены и прежде. Когда архимандрит Константин скончался, то его место в обители занял архимандрит Кирилл из иноков этой же обители, бывший впоследствии архиепископом города Ростова. Человек мудрый и в духовных, и в мирских делах, Кирилл всячески, насколько было возможно, заботился о том, чтобы не было нарушено ничего из правил общежития и обычаев обители. Ему пришла на сердце благая мысль о церкви, и он стал советоваться с братьями о том, чтобы построить новую церковь, большую бывшей, хотя и была у них в обители каменная церковь. Но она была мала и к тому же пришла уже в ветхость, так как ее построил еще сам блаженный Ефимий. Все это было делом промысла всесильного Бога, чтобы сбылось слово Его, говорящее в Евангелиях: «Не может город укрыться наверху горы». И никто же, зажегший светильник, не ставит его под спудом или под кровать. Так и сему светильнику, преподобному Ефимию, невозможно было столько лет остаться под землею. Когда начаты были работы по построению большой церкви и копали ров на правой ее стороне, то нашли гроб, обложенный тремя камнями и покрытый досками. Приведенные этим открытием в недоумение, рабочие пошли и рассказали о нем архимандриту Кириллу. Последний повелел ударить в било. Тотчас ко гробу собрались братья, радуясь весьма великой радостью. После этого архимандрит взял с собой некоторых из братьев и отправился к епископу Симеону и рассказал ему о дивном чуде. Выслушав рассказ, епископ Симеон прославил за это чудо Бога, причем сказал следующие слова: «Господи, Ты утаил это от премудрых и разумных и открыл то младенцам». Вскоре после этого он со всем духовенством пришел в обитель и поклонился гробу блаженного Ефимия, благодаря Бога, прославляющего преподобных своих. Затем открыли гроб и увидели, что лицо преподобного светло, и одежды, которые были на нем, будто только вчера одеты. Предивное чудо! Столько прошло лет, и не только тело преподобного не истлело, но даже и одежд его не коснулось тления. Преподобный Ефимий скончался 1 апреля в 1405 году. Следовательно, со дня его кончины до открытия мощей прошло более 100 лет. Целовав мощи преподобного отца при пении надгробных псалмов и песней,
поставили их в стене церкви Боголепного Преображения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, где они находятся и до ныне. Это произошло в четвертый день месяца, июля 1507 года. Богу нашему слава ныне, всегда и вечно. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.